в Казахстане провели мониторинг по безопасности детских игрушек. В результате проверок было выявлено, что в товарах для детей есть опасные химические вещества, которые могут нести вред здоровью. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг за безопасностью игрушек. Таким образом, за два месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов. Из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них отечественных 1,05%, государств-членов ЕАЭС 16,9%, других стран 156,90%, сообщили в комитете. В составах игрушек производства Китая и Узбекистан было выявлено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта гептана. Всем субъектам предпринимательства, занимавшихся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписание об устранении нарушений. С реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 килограмма игрушек, добавили в ведомстве.